Центр Одессы станет пешеходным 4 июня. Соответствующие знаки уже висят на городских улицах. Ограничения на въезд будут действовать по выходным и праздничным дням. По задумке чиновников мэрии, пешеходный центр Одессы будет самым большим в Украине. Уже мы развесили все знаки. Думаю, многие одесситы уже их видели, дорожные знаки по всем выездам и заездам в будущую пешеходную зону. И с пятницы с 19:00 уже попасть на автомобиле в эту пешеходную зону вы не сможете до 24:00 в воскресенье. Выехать можно, заехать нет. Все жители, которые живут в рамках этой пешеходной зоны, также смогут, безусловно, попасть туда на своем автомобиле, но двигаться они смогут со скоростью не выше, чем 20 км/ч. И чтобы туда попасть, у вас должен быть с собой документ, который подтверждает то, что вы там живете. То есть режим пешеходной зоны будет начинаться в 19:00 в пятницу и действовать до полуночи последнего выходного или праздничного дня. Заезжать в пешеходную зону смогут местные жители, а также люди, которые работают внутри нее. Чтобы ограничения работали, планируют поставить несколько пунктов контроля. Предположительно, они появятся на улицах Екатерининской, Пушкинской, Гаванной и в переулке Некрасова. В целом, пешеходная зона полностью охватит улицы Дерибасовскую, Ланжероновскую, Гаванную, Гоголя, Приморский бульвар, переулки Воронцовский и Чайковский. Частично будут перекрыты улицы Пушкинская, Ришельевская, Екатерининская до Греческой. В будние дни движение транспорта по улицам, вошедшим в пешеходную зону, будет осуществляться в обычном режиме.